Всем привет, друзья! Будто я сегодня такой подборщик на три колоночки. Заказали у нас три модельки, понравились им данные модельки. И будет у нас подбор. Это у нас будет Neutronic 2018, Firebox 1000, White Nitro X5 Pro и Mivo MD-102. Почему именно эти модели? Заходили яркие, красивые, с такой подсветкой Firebox. Так, и что такое, друзья, видеоподбор? То есть хотите посмотреть за каждую модель по отдельности, пожалуйста, есть полный обзор на все эти модели, на каждую. Смотрите на канале, подписывайтесь и смотрите. Видеоподбор — это когда человек попросил ему сделать, потом накрутить со звуком каждую модель, сравнить между собой. Это вам нужно просто написать Viber, WhatsApp, Telegram. Контакты будут указаны под роликом, название ролика в описании, также закрепленный в комментарии под роликом. Пишите туда, заказывайте на колоночке видеоподбор, там объясню вам все условия для этого, что нужно. Так, ну что, супер, поехали. Слева от нас Eltronic 2018. Друзья, эта модель обновленная. Раньше была моделька 2018 120 ватт. Она была чем-то похожа на Mivo 102, да, MD-102. Она была такая большая. 120 ватт. Сейчас их пока нет, возможно, сняли с производства, так что не путайте 2018 сотку и которую 120 ватт, потому что они разные. Так, Eltronic 2018 Firebox 1000. Данная колоночка имеет мощность 100 ватт, два динамика 10-10 плюс пищалочка, АКБ здесь 7000 мАч на 12 вольт, высота у нее 72, вес порядка 15, фазе колеса, корпус вот такой, если видите, да, корпус не полностью пластмассовый, комплектация у нее беспроводный микрофон одна штука, зарядное устройство, инструкция на русском языке, ручка у нее такая выдвижная, то есть кнопочка такая снизу, то главное, вот когда вставлять, не надо ее так, вот надо аккуратненько, раз, плавненько, оп, я сам поначалу, когда пробовал, жмешь, и оно там прям нет, а надо просто плавненько раз и так легонечко чик и все. Самое главное, знаете, друзья, в чем как бы вот я все-таки немножко бы сделал бы по-другому ручку. Вот смотрите, например, вы хотите перенести, да? Это просто, если вдруг человек выберет данную модель, да? Вот, смотрите, вот видите кнопочка, да? Вот это, конечно, косячок. Вот, вроде бы ничего такого, да. Ну, смотрите, вот вы хотите приподнять ее. А кто не знает, допустим, да, или первый раз возьмет, вот можно ее такие джобнуть ее, да. Вот смотрите, можно просто взять пальцами, нажать, раз, и вместе поднять, она упадет. Поэтому нужно, приходится пальцами брать вот так вот, чтобы не надавить на эту кнопку. Короче, вот такие вот дела. Это все-таки показываю такую, ну, мелочь такую вроде бы, да, но факт тому, что кто-то может схватить ее резко, и она может у вас упасть. Имейте это в виду. Так, друзья, то есть сразу скажу, ругаться жестко матом не буду, потому что немножко там люди там в комментариях начали писать, что говорят, слушай, ну как-то, я говорю, все понял, потому что, говорит, смотрят контингент, можно сказать, разный, также детишки могут смотреть, ну мало ли, ну все равно это неприятно, согласен, просто были, знаете, эмоции могут быть, поэтому я буду, может, предупреждать, ну на данный момент, и вообще будем стараться как бы как-то импровизировать. Можно так сказать. Так, поехали. Так, все рассказал. 100 ватт, батарейка 7000, высота 72, вес около 15, комплектация, микрофон беспроводной, пульт, зарядное устройство, инструкция на русском языке, горящая полностью, Eltronic 2018, Firebox 1000, то есть 100 ватт, друзья. Дисплейчик мы видим с индикатором, две крутилки, это громкость на микрофон, громкость на саму колонку, кнопка подсветки, регулировка, кнопка мод, перемотка назад, перемотка вперед, плей-пауза, нажать вес, эквалайзер, кнопка репит, нажимаете песню по кругу, постоянно работает, крутилки на гитару, эхо, бас и трабл кнопку, то есть регулировка всех частот. Так, USB вход, F-карта, USB еще, друзья. Второй, это значит, можно заряжать телефон, выдает 5 вольт, 1,5 ампера. Так, вход лайн, вход проводной микрофон, вход под гитару и кнопочка включения-выключения. То есть также полка под телефон можно просто поставить. Корпус не идет пластмассовый, друзья. Ну, в принципе, все по данной модели. Так, следующая колоночка у нас White Nitro X5 Pro. 120 ватт, как заявляет производитель. Высота у нее, друзья, 67 сантиметров около того. То есть колоночка тоже интересная. Корпус внутри MDF, короб, да, сверху обшит пластиком. 120 ватт. Еще раз повторяю, аккумулятор 7000 мАч на 12 вольт. Динамик один на 6,5, 6,5. Плюс
3 дюйма пищалочка. В комплекте у нее идет пульт, инструкция на русском языке и кабель для зарядки, также кабель AUX. Все, микрофона в комплекте нет. Так, ну микрофончики можно вставить. Вот, например, вход под микрофон, вход под гитару, индикатор заряда, вход под аудио, AUX. Так, что еще? Два USB входа, вход под 220, фазик, колеса, резиновая крышка, которая закрывается. Данную колоночку можно класть, друзья, на бок. Вот тут. Подножки, также сбоку резиновые. Также она полностью горящая. Друзья, подсвечка выключается во всех колонках, да, если она раздражает. Данная еще модель есть по бокам. То есть два-четыре стробоскопа. То есть, ну, прикольно. С одной стороны, кому-то это нравится, кому-то может нет. Ну, потому что они есть. Также полочка под телефон и крутилка громкости на колонку. Плей-пауза, эквалайзер, включение-выключение, перемотка назад, перемотка вперед, дисплей, индикатор, все мы видим, все написано. Также у нас кнопка TVS, кнопка MOD, подсветка, регулировка, кнопка MetroBass, кнопка Bass, кнопка Trouble. Тоже нажимаете, регулируете. Также этой кнопкой можно регулировать микрофон, громкость, также громкость эхо на микрофон. Нажимаете и регулируете. Здесь будет все отображаться. Высота у нее 67 сантиметров, по-моему, сказал. И вес ее порядка там 400 килограмм. Корпус МДФ, сверху пластик. Ну, в принципе, все, друзья. 120 ватт, соплич аккумулятор. Так, колоночка у нас MIO MD-102. Высота у него 87 сантиметров, вес чистый 17 кило. Два беспроводных микрофона. Аккумулятор 7500 мАч. Динамики у нас 10-10, плюс пищалочка 3 дюйма. Ну, в принципе, все, 120 ватт, заявляет производитель. Также фазик, также видим колеса. Потом, вот, знаете, чем хорошо данная модель? Ряд преимуществ есть, да? Так, по комплектации не договорил, там пульт, инструкция на русском языке и два микрофона, как уже сказал ранее. Так, что мы видим сзади? Вход у нас, то есть, вернее, люк у нас, люк, шахты тут называют, под аккумулятор. Можно легко заменить аккумулятор, это есть хорошо. То есть, не надо, допустим, как в данной модели, так, подождите. Да, в данных моделях просто нужно будет либо голову снимать, либо снимать сетку через динамики. То есть это немножко геморройно, друзья, на будущее менять. Ну, я не думаю, что кому-то это надо, но все-таки информация, знаете, на всякий случай. Также в этих моделях аккумулятор можно вытаскивать через динамик, либо голову. Но здесь точно через динамик, здесь не знаю, не скрывал. Данная модель, получается, сменить можно КБ немножко полегче на будущее. Вот она. Ну, так как это особо, я не думаю, что придется часто менять, по той простой причине, данная модель может работать на прямой сети. Вот режим 2 вы переключаете, то есть на прямой сети вы воткнули, она у вас работает и заряжается аккумулятор, не навредив ему. По центру режим просто выключили. Здесь режим это автономный, то есть она работает от своего встроенного аккумулятора внутри. Вход по 220. Еще, друзья, можно еще огромный плюс накинуть два провода плюс-минус, да, и запитать колоночку еще внешнего аккумулятора дополнительно, друзья. Ну, короче, функционал очень хороший, это огромный плюс. И самый огромный плюс просят, то, чтобы был переключатель на прямой сети. Ну, то есть, это хочется везде, но в данных моделях этого переключателя нет, друзья. Также индикатор мы видим заряда, ну, в принципе, все. Ручка и колеса, в принципе, что очень удобно ее катать. Так, и ручка, кстати, вот такая, резиночка такая, не пластик, это именно резинка. Знаете, скользящий. Так, по панели управления. Полочку мы видим, также под телефоны. Крутилка громкости на микрофон, громкости на колонку. Регулировка подсветки, эквалайзер, кнопочка MOD. Перемотка назад, вперед, плей-пауза. USB, TF-карта, AUX, гитара 1, микрофон 1, микрофон 2. Друзья, ну, так как в комплекте есть два беспроводных микрофона, ну, не знаю, кому-то может надо, но есть еще, можно еще два воткнуть проводных. Колоночки, еще раз повторяю, 120 ватт, аккумулятор 7500 мАч. Вот так вот. Ну, вот так вот, друзья. Корпус у него тоже полностью идет пластмассовый. Ну, в принципе, все. Еще раз вкратце объясню. 100 ватт, 120, 120. Аккумулятора 7000, 7500. Такие, друзья, прикольные колоночки. Заказать данной модели пишите в Viber, WhatsApp, Telegram. Скажем вам цену, отправим в любую точку России, также в Беларуси, дадим гарантию,
Так что всем благ, захотите заказать видеоподбор, пожалуйста, пишите. Контакты указаны в ролике под роликом, также закреплены в комментариях, как сказал ранее. Спасибо всем за внимание, до свидания.